пятничный вечер. Сейчас вот самое время с дождливого, сырого прийти города, да, заварить чашечку кофе с молоком, включить виниловый проигрыватель, выйти в эфир. Но поскольку паскудный YouTube абсолютно насмерть встал, да, за ролики, тут он начал мне ролики вообще интересные удалять. В частности, Юрич оказался прозорлив и мудр. Может, кто помнит ролик «Удар из космоса», да, кто заказчик, кто наводчик. Вот ролик удалили, короче. Мне такое ай-яй-яй опять очередное выразили. Ну, сами понимаете, все неспроста, да. Событий я говорил много по поводу всяких сил. Ну, поэтому, как говорится, при невозможности зарядить на YouTube, мало того, что трансляцию, музыку, прошу вас, хотите хорошего настроения, заходите на Boosty, там масса материала, абсолютно бесплатно, да, открывается легко, то есть заходите в блог и смотрите. Ну, а тот, который как бы требует чего-то, да, закрыт, ну, как говорится, ибо нефиг. Потому что, ну, как говорится, если люди не хотят знать, да, что-то, зачем им это? Действительно, зачем усложнять им жизнь? Вот. Поэтому, как говорится, несешь телевизор и телевидение смотреть, да. Есть вещи альтернативные и альтернативные авторы, короче. К коим я отношу себя. Вот такие вот дела, мои хорошие. Все. Не знаю, видно меня, не видно. Ну, ладно.